Минувшей ночью в поселке Корфовское в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Трагедия случилась примерно в половине второго ночи на улице Геологов. В результате взрыва оказался практически полностью разрушен один из подъездов. Как минимум 6 квартир сложились как карточные домики. Под завалами оказались люди, включая детей. Самому маленькому жильцу дома всего 2 месяца. Жители всей округи принялись разгребать руины наравне со спасателями, прислушиваясь к возможным призывам о помощи. Мы спали, слышим, да? Взрыв. Отсветы, все, выбежали на улицу. Там дети мои, внуки, дочь моя. Пострадал подъезд, это 9 квартир. Предварительно в этом подъезде проживает 16 человек, в том числе из них 5 детей. Житель квартиры на третьем этаже смог выбежать по лестнице на улицу, попутно вытащив на свежий воздух пострадавшую девушку. Дело в том, что серьезное обрушение коснулось в основном крайних, так называемых боковых квартир, а также тех, чьи окна выходят на тыльную сторону здания. Лестница же, словно надежный стержень, силу взрывной волны выдержала. По крайней мере, именно по лестничным маршам эвакуировались жильцы 3 квартир, расположенных ближе к соседнему подъезду. 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести были в экстренном порядке доставлены в Хабаровск во 2-ю краевую клиническую больницу. Спустя примерно час к месту происшествия пригнали технику. Спасательная операция стала продвигаться быстрее. Общая группировка сил, привлеченная на проведение аварийно-спасательных работ, составляет порядка 30 единиц техники и 100 человек. В первую очередь крановой установкой убирают крупные конструкции. Спасатели, дабы не спровоцировать дальнейшее обрушение, работают крайне осторожно. Ведь в том, что под руинами находятся люди, сомнений ни у кого нет. Однозначно есть под завалами люди. Значит, сейчас проводим разбор завала, разбор железобетонных конструкций. После этого определимся по степени тяжести. К работе были привлечены и кинологические бригады. Служебные собаки показывают, что под завалами есть живые люди. В здании поселковой школы развернут пункт временного размещения, куда автобусами доставляют жителей полуразрушенного дома. Внимание, внимание! Жители Геолога 12, подойдите к школьному автобусу. Причина взрыва пока неизвестна, равно как и то, в какой именно квартире он прогремел. Газовое снабжение в этом доме централизованное.